Я забыл, короче. Знаешь, тут это. В общем, я забыл. Я ж просто забыл, ребятки. Знаешь, тут сегодня это. Пельмешки. Это некий гайд по пельмешкам, но тут гайд обыкновенный. Надо иметь пельмешки, чтобы те, кто-то их принес, потом забыть на них часа на два. И через часа два вспомнить, что они есть. Потом берете так, не знаю, они такие магазины разваренные, кусок шкурочки там слева, мяско посерединке и кушайте. Думаю, целый есть. Ой. Ну все застыли уже. Ой, кайф, пельмешки. Кайф. Даже вдруг с хвостиком пришел. Знаешь, жучок. Ну, короче, хоть я сегодня не побритый, проспал, некогда было. Даже котик, как чувствует, когда пельмешки есть, он приходит, спит, но рядышком со мной находится. Жучок. Котик. Ну, в общем, это был гайд по пельмешкам. Не забываем ставить лайкусики и подписываться. А мы тут с котиком будем кушать. Котик, не дыши. Котик. Все.